Всем привет! Сегодня буду украшать торт для мужчины. И сначала сделаю гортензию. Насадка маленькая роза, номер 102. Крем окрашивала. Краситель Гузман, номер 772, синий королевский. Сухой краситель. Покупала в магазине кондитер Лэнд. Ссылочку оставлю под видео. И совсем немного добавляла кредо номер 19, розовый электро. Для серединки срезала пакетик и крем окрашивала желтый топ-декор. Делаю такую основу. Сразу формируем цветочки по 4 лепесточка. Вот один, второй, третий. И четвертый. И так по всей поверхности. И вот где не получается цветочек, туда просто делаем листик-обманку. Гортензию делаю по технике Надежды Карманцевой. Именно она была одна из первых, кто сделал такой цветок. Это было еще в 2016 году. И окрашиваю сначала синим красителем и фиолетовым. Главное, подальше распыляйте. И делаю в каждый цветок серединку. Ставлю очень маленькую точку. Вот только дотронулись и все. Теперь буду делать каулы. Давно меня просили их показать. Делать буду насадкой большая роза номер 874. 3 сантиметра на выходе. Крем белый. Ничего не добавляла. Для тычинки срезала пакетик и крем окрашивала краситель топ-декор желтый. Делать буду на вот таких маленьких конусах. И для удобства я их вот так вот пополам разрежу. Из одного конуса я сделаю два цветочка. Заполняем кремом, вставляем конус и делаю не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Вот ставлю насадку. И прокручиваю гвоздик, давлю аккуратно и кручу гвоздик. Делаю такой оборот. И аккуратно приклеила ко второй половинке и убрала. Беру пакетик с желтым кремом и делаю тычинку. И сначала беру желтый сухой краситель, в центр брызгаю, и зеленый. Вот так получается. И чтобы ее пока перенести на поднос, я делаю из крема такую подушечку ей. И пока вставляю крем. Торт я покрыла белково-заварным кремом и сначала установлю цветы.
Листики я буду делать. Срезала пакетик треугольником. Крем окрашивала. Краситель Топ Декор коричневый и лаймовый. Я развела водой синий краситель. У меня это кредо номер 31. Можно любой краситель синий. Заправлю аэрограф и буду окрашивать бок торта. И еще я развела жемчужный кандурин спиртом. И сейчас добавлю блеска. Также заправляю аэрограф. Смотрите, такой блестящий получился. Ну и осталось добавить разные сахарные бусинки. Покажу вам поближе. Вот такой тортик получился. Такие каллы. На камеру плохо видно, но на самом деле очень красивое покрытие получилось. Так блестит. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!